деревами, пальки деревенские, да у самой реченьки, да поближе к ней. У меня родимые доводы есть веские, что на свете нету их жарче и родней. Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Вам турецкие, финские да шведские, наши баньки русские, бревнышко бревну. Курские, смоленские, баньки деревенские, затопи родимую жар, подай, а ну! Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Не ругай меня, маманя, не ругай меня, родня, так меня отмыли в баню, не узнаете меня. Смотрит щелку Нюрочка на мою фигурочку, пригрожу я пальчиком, Нюра, не балуй. А давай при баничке выпьем по стаканчику квасу и забьем с тобой жаркий поцелуй. Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты баня, да разгони печаль. Ах, русская ты баня, да разгони печаль. Спасибо. Ну а что, действительно, сколько уже рассказывал? Уже люди уже лучше меня уже помнят, что я рассказывал. Конечно. Шел из бани, да и все, Господи. Что там такого-то? Как обычно, Господи. Как в прошлом году два раза так же шел. Не знаю, на будущий год, наверное, опять пойду. Так настроение будет. Ну и, короче, иду, короче, так... Как сказать-то? Короче, иду. Настроение такое было нормальное. Это ништяк. Солнце светит, башка сохнет. Ну, не знаю, она у меня постоянно сама сохнет. Я не вытираю никогда, я что, каждый раз вытирать. Конечно. Сохнет на халяву, да и все. Ну и я полотенце повешу сюда на шею, где голова, да и все. И иду спокойно так. Ну, Господи. Птицы, кстати, так пели классно. Я еще с птицами, знаешь, так попел. Ну, так. Потом, слова забыл, перестал петь. И молча иду, спокойно так отдыхаю, никого не трогал. Не знаю, я постоянно после бани никого не трогал. Привычка, что ли, дурацкая. Не знаю, отец у меня тоже никого после бани не трогает. Мы с... Кстати, если ну, на разных концах деревни живем, то на том конце никого не трогают, а я на этом. Поэтому как? Ну, как в субботу мы с ним по пол деревни не трогаем. До обеда.
Ну, а после обеда трогать некого, Господи. Вся деревня спать ложится. Конечно. Мы же с отцом гулять идем. А в этот раз мы не собирались ничего никуда. Я спокойно иду так классно. Морда красная. Ага, она у меня постоянно после бани красная. Главное, у отца не красная. И на себя посмотрю, знаешь, весь не красный, а морду красную, блин. Не знаю, может, распаривается сильно. Ну, издалека, видать, когда я из бани иду. Издалека. Баба наша, кстати, другой раз, значит, ну, видит так со стороны, что морда красная. Значит, суббота все. Поэтому я спокойно шел, так отдыхаю. И вдруг, знаешь, как сказать-то, ну, я по тропинке шел, правильно, ну, вдоль берега же так, ну, так, идет, и там, ну, самое, ну, роща здесь на берегу, тут такая классная березовая роща, там деревья разные березовые растут. И это самое, тропинка туда, раз, заходит в березник туда, и ну, так, я захожу, она в прошлом году два раза туда заходила. Я смотрю между деревьями, ну так бегают, суетятся что-то наши пацаны, ну деревенские с этими, с городскими пацанами. Ну те на лодках с той стороны из города приплывают сюда к нам постоянно. У них мероприятия, как в субботу, они постоянно там у них. Ну после указа этого алкогольного, помнишь, что попало? Понапридумывали, блин, тоже. Да ну, сделали, кого-то, у них в городе сделали с 2 часов продажу спиртного, а у нас сделали с 11. Ну и все, наши пацаны с утра уходят, там пашут, косят, литовки бросят, приходят в деревню, ну, в магазин-то. Там нет уже ничего. Городские все уже увезли. Нашим обидно целыми неделями на сухую косить. Они как в субботу собираются, как будто в баню, а сами в беретник. Раз, и встречают там городских. Я-то сразу в баню сам-то, а они в беретник. Они приплывают, а наши их встречают. Ну, в смысле, знаешь, как они теряют? Они их в магазин пропускают. А обратно фиг. Как на таможне пополам делят. И отправляют их с половиночкой. Ну, тут в этот раз что-то они не знают, что-то там разодрались. Я, в общем, я смотрю, они классно, в принципе, без меня управляются. Думаю, что я буду драться, мне некогда, мне завтра на работу. А потом, ну, они там такую пыль подняли, а я же чистый. Конечно, я постоянно после бани чистый. Что я буду драться? Ну и я так, честно, так мимо их прошел, пошел так по тропиночке дальше, знаешь, так буквально прошел и слышу сзади вдруг, ну, по земле, знаешь, слыхать так, шаги, дын-дын-дын-дын, дын-дын-дын-дын, ну, отдается же, я так сразу, ну, повернулся так, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, угу, ненашинский, там, с деревянным веслом в руках, радостный такой. Ну я-то смотрю, что они нашинские, думаю, может, что спросить? Угу, конечно. Сейчас прям спросить. Ничего не спрашивал. Не спросясь, это, с разбегу мне по лицу за веслом. Да, у меня так хрусь, и все, раз, и все здесь сразу сломалось пополам. Это весло. У меня рука брык, отсохла. Так стоит еще на меня, смотрит, я говорю, ну, как сказать, я говорю, что делаешь там? Больно же. Иди отсюда. Он ушел, знаешь, так быстро, бегом.
А я стою, думаю, ни хрена себе припарка после бани. А потом думаю, что, может, ошибся парень, правильно? Может, не меня искал. Пускай, думаю, живет, черт с ним, мне тем более некогда, что я буду самое, мне на работу. И я пошел спокойно, знаешь, опять, и буквально прошел, слышу. Дым-дым-дым-дым-дым. Ну, поворачиваюсь. Тот же самый парень с вторым уже веслом. Я не знаю, как он быстро обернулся. Может, ему кто его принес. Я еще сразу, знаешь, подумал, думаю, ну, самое надо эту сторону-то убрать, чтобы не второй раз. Конечно, я так, знаешь, резко так вытяну ее. Так убрал, а он, гад, по неубратой стороне как даст. Больно, ёпарасы-то. Конечно, у меня вторая рука отсохла. Я даже подняться не могу никак, чтобы показать ему, что он дурак-то. Я говорю, ты чё, честно, слово в натуре, как тебя, козёл? Чё делаешь-то? Второе весло уже сломал. Чем теперь крепсти-то будешь? Отсюда вам. Иди давай, слово. Он ушел. Я стою, у меня вообще все настроение упало. Птицы не пели, можно сказать. Два раза чирикнут и все. Там птица-то воробей, птица нашлась тоже. Из себя птицу корежит, летай. Ну что там, мне надо домой идти, правильно? Хоть какие-нибудь компрессоры на плечи поставить, чтобы рассосалось. До работы-то. Ну я пошел опять без задней мысли. Угу, с передней мыслью иду. Ну, значит, впереди, я чуть сзади. И слышу опять сзади. Поворачиваюсь. Конечно. Тоже. Та же самая картина, господи, что рассказывать. Пацаны уже рассказывали. Весло только у него, знаешь, это самое. Кстати, многоразовая это такая, дюралевая, заводская, она же не ломается, только гнется. Я же сразу говорю, ты что, говорю, совсем наглость потерял? А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили того. Еще думаю, думаю, вдруг по голове, правильно, я без нее вообще работать не могу. Я же на ней мешки таскаю. Надо же ее убрать, правильно, я так, знаешь, резко так. Ну, ее убрал, а он, гад, мне прям по ней убрал. Ну, как мне вот сюда, поэтому по полотенцу, как даст. А под ним же шея. Ну, все, они погнулись сразу, конечно. Весло-то, знаешь, в одну сторону, а шею так в другую. И у меня с непривычки, знаешь, как-то темно стало в глазах. Я, знаешь, в потемках рукой пошарил. Его где-то нету, пацана. Не знаю, ушел, наверное. Ну, потом, когда уже у меня прояснение началось в глазах, как я смотрю, буквально возле тропинки береза растет. Как сказать? В смысле, росла. Я ее отломил что-то возле корня, не знаю. Привычка, что ли, дурацкая, никогда посередке не ломается. Все время у корня. Ну, нервы же не дюралевые, правильно? Я взялся за тонкий конец, и прям не обшелушенный, толстым концом. Ну, как сказать? Ну, так. Два раза. Первый и последний. Рассказывать. Загнал всех в реку, да и все, господи. Как обычно, как в прошлом году два раза загонял. Кстати, на будущий год, наверное, опять погоню, не знаю. Так настроение будет у них. В этот раз нашинских пацанов штук 6 попалось, кстати, под горячую березку. Еще вынырнули из воды, слышь, сразу у меня давай интересоваться, что наши, что своих в реку загнал.
Тоже какие-то странные, правильно? Куда бы их там сортировал-то? Мне же на работу. Ну, потом эти набежали, как обычно. Ну, когда не надо их сюда, много с повязками-то. Угу. Эти, ну, дружки-то. В милицию. Говорит, пойдем мне, говорю, пойдем, что мне все равно по дороге, я живу-то рядом. Я пойду, короче, мне завтра с утра еще до работы надо, ну, мне с отцом сено покосить. Вы приезжайте лучше к нам просто так отдыхать. У нас природа классная, мужики в принципе спокойные. Приезжайте, пока я в Робкопе работаю, что-нибудь возьмем по нормальной цене, а то понавезли всякое. Надо же, как в области бьют. Это же в районе ни разу так не били. О, сейчас только память свою чуть напрягую, прям боль такая везде. Это же надо так дать под зад, аж коленки опухли. И ты, ой, из-за Сашки этого изобретателя, соседа, Бог послал не туды. Детство от нас отличался. Умник. Дуростью отличался. Маленький был у него, башка была какая-то, не как у всех, квадратная какая-то, хоть пиво на ей пей. И так вокруг тела, что попало, поналеплено. Козоглазие даже есть. От отца наследство. Отец дрова колол. Этот дурак сзади стоял. И старший на замахе 3 раза ему в лоб обухом. Он, главное, косел-то с первого удара и промолчал. Это отец 2 раза зря его уже. Зря. Да этот как окосел, давай в библиотеках сидеть. Ну, в нашей, в деревенской, в одной вот. В подвале там, в сарае. Все книги там, слышь, на 100 раз прочитал. Угу. Ого! 15 на 100! Ты ж любой дурак поумнее. А он же не дурак, чтобы умнеть-то. Умник. Давай изобретениями за. Первый раз Бог наказал его, кстати. Бог-то все видит. Это мы шары выпучим, ходим. Под носом своим не видать ничего. А это и сделал изобретение. Средство от простуды для рыбаков. Народ собрал в 6 утра. Эксперимент делать. Собрались и все рты разъявили у забора стоять. Это вышел важный хирург. Ну, средство от простуды. Фуфайка задом наперед, чтоб грудь не дула, когда на рыбалку едет. Стала, а жена, слышь, сзади застегивает ему пуговички. Там не могу. Делово. Каска-то, знаешь, с тесемочками. Дай, вот это кадень ее, она все равно одинаковая. Подвязался на мопед на свой, сел и поехал. Долго ехал, в смысле, бежал рядом, пока завелся тот. У самого моста уже прыгнул на него. И только, слышь, и ребята навстречу едут на Беларусь, на тракторе. Темным лесом, темным лесом. Не ложились еще. А мост-то уже Беларусь. И этот, конечно, как дал, все перила пощипал и улетел в самую середину реки прям. Ой, и мопед утопил свой. А эти что, ну бросили трактор, куда же, что же надо спасать?
Глядят, октябрь месяц, а этот на спине плывет. Ну, пуговички-то там, а? Вытащили еле-как и давай той стороной, где пуговички об коленку воду из него вытряхнули. Два позвонка погнули. Один еще глядит, говорит, бог, смотри ему, как башку-то завернул. Давай выправлять его. Один держит, другой крутит. Хорошо на ноги не глянули. Сейчас бы всю жизнь задом наперед ходить. Полтора месяца пролежал. Кулибин. И там в больнице собрал, что от него осталось. От больницы сейчас ничего не осталось совсем, а дальше что-то... Она меньше кирпича такая штука, значит, на батарейках удобная. Когда она при тебе, вот сколь не пьешь, как стекло. Как стекло. Треснуто. Правда, в бане не очень ловко с ей, конечно, выпивать. Вот. Не каждый может так к себе его привязать. А мы с мужиками-то на седьмое посидели. Хорошо, я скажу. Я литра три тогда смог. Да, без прибора полтора максимум. Максимум. Домой иду, непривычно, стоя. Уже подходить, слышь, к зап... ну, до калитки метров 6-7 осталось. Ну, максимум 5. Уже вроде потянулся, и тут, знаешь, в башке-то бинь, такой... Как бы искра какая-то, ну, вразумление. Вот так шел прям, ну, бинь! И знаешь, вот как, вот, хоть бы на бок куда, да? Или назад бы вдруг. А то как шел. Прямо лицом прям. Бор в Силанте. Сусед, все перерыл, дождь прошел еще. Они по очереди с Силантием. День Боров, день сам Силантий. Роют, ага. Этот еще после себя оставляет всякое. Ой, я прям лицом туда. Участковый бежит, слышь, ну подмахнуть. Ну что ж, ситуация какая. А он здоровый мужик у нас, я скажу. Ну центнера полтора, это даже их бабки не ходит. Он не коррумпированный, просто так жирный. Подбегает. Хотел меня спасать, слышь, согнулся надо. А у него батарейки сяли. И он на меня тоже как смахнулся всем этим центнерами-то своими. Ой, из меня все, что было, не было. И недели три я тоже по больничному. Выписался, правда, удачно на 4 костылях. Домой. Как чувствовал, далеко не стал их убирать. Вот все-таки есть у меня какая-то такая вот прозрение. Я пока, значит, лежал в больнице, и этот придурок изобрел антенну для всей деревни. Доброе дело изладил. Тарелку, знаешь, такую сделал, нагляделся всего. Здорово я! Огурцов бы с ее пожрать. На всю деревню одной тарелки бы хватило. И давай мы все телевизоры подоткнули к ней. Все 5. Сидим и глядим, никто не знает, сколько каналов. Куда ни крути, все новое везде. Слышь, ой, все на бюллетню вместе с доктором. Смотрим все подряд. Силантий, кстати, радио припер свое на халяву-то, подоткнул. Оно тоже запоказывало. Только с хрябью, старо потому что. Сидим и не знаем, что вся область ни хрена не смотрит. Рилка какая-то мощно получилась, что все каналы к нам сосет в деревню. Ну, они бы приехали в этот раз-то как раз. Что я говорю-то, с области. И у конторы там, да где он, да как его звать, ну, показывать. Говорю, ну вот, по правой руке крайняя изба. Она у него крайняя, это крайняя, и за мое это не видать. Кто не знает, думает, моя уборная двухкомфорочная.
как они до моей дошли, за ее заглядывать не стали. В общем, избу его с моей спутали, морду мою с него и так из ребер кое-что понапутали. Ой, вот бьют, сейчас аж вспоминаю еще, хуже, чем в тот раз. Ах, вот гады, что творят. Этот даже ведь не пришел тарелку свою снять с моей башки. Ходил в ней, как гриб. Ворота закатывался так, бог. Когда ветра не было. А когда ветер, я парил над землей, невысоко, правда, над собаками. Спал-то стоя, подушку к холодильнику, глаза в пол. Повылазило же все. Ой, гад, ну ничего, я весной-то ему устрою, вспоминая навыки предков-то наших. Подсыплю что-нибудь в огород, посмотрим, что у него родится. Поиграю с ним в неуловимых мстителев. Если, правда, до весны доживу. Значай, попаду на Алтай, из протоки воды зачерпну. Будет клевер цвести и горчить молочай, я с дороги в траву упаду. Вода черемуха не отцвела, заброшу в омут все свои дела. То не нароком, то не взначай, встречай меня, мой край, встречай. Доберусь до села, вот какие дела, там и здесь узнаю я друзей. Чтобы радость свою ощутить досполна, ты мне стопку почтенной налей. Пока черемуха не отцвела, заброшу в омут все свои дела. То не нароком, то не взначай, встречай меня, мой край, встречай. То не нароком, то не взначай, встречай меня, мой край, встречай. Хорошо в полутьме, утомленному мне, долгожданную блажь обрести. В старой баньке сушняк, ох, не даром в огне, подсуди, кумпарку подпусти. Пока черемуха не отцвела, заброшу в омут все свои дела. То не нароком, то не взначай, встречай меня, мой край, встречай. Пока черемуха не отцвела, заброшу в омут все свои дела. То не нароком, то не взначай, встречай меня, мой край, встречай. То не нароком, встречай меня, мой край, встречай. Встречай меня, мой край, встречай. Встречай меня, мой край, Алтай. Встречай меня, мой край, встречай. Так здоровье. Так здоровье, деловой, приедет каждый год. Как здоровье, как здоровье, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Где я тебе возьму сейчас здоровье? Нашел. Вечно спросишь то, что нету.
Оно теперь такое здоровье, что дыши, не дыши, все равно на живого не похожий. Не знаешь, сколько лет? Вот так вот. И лезешь. Ого. Старый я, чтоб не пужать. Я маму-то как тебя видел. Угу. Никому не врал, тебе взялся врать, особенный нашелся какой. Говорю, мамонта, значит, мамонта настоящего с рогами. Ну, почему на голове-то? В роту. Бивни, ну, я тебе говорю. В три ряда, Миша. В три ряда, все коренные. Это вам сейчас в дикость, ага, мамонта, слышь, увидят, все деревни бегут. Ой, мамонт пошел, ой, мамонт пошел. Как дикари, блин. А в нашу юность, молодость, они тут такими кучами рыскали. Хрен со шиташ. Да. Шитать не умели, потому что. До двух только. Да, до двух шитали все на охоте-то. Когда охотились, как дубины два раза, как хряпишь ему между глаз. Он прям, ой, ну, на дороге упадет мамонт. И прям лежит, и шупальцами бьет, пыль поднимает. Машина объезжает. Ну как шупальцами? Хоботом, конечно. Хоботом чем еще соль пыли поднимешь? Не этим же, не хвостом. Ой, только сиди да пельмени с его лепи. Здоровые пельмени получались, Миша, с него. По 7 кило каждый. А гирьки другой не было, одна. Ну, да ты что? Да вкусные! Ой! Да с охоты придешь, в пещеру постучись, мамонтово кошку покажешь им. Ох, они рады! Месяц целый пируют, жарят, парят, дрищ. Че, говоришь? Че бабы, бабы? Че бабы? Размножались, конечно. Не то, что вы телевизор смотрите, сидите под стеклом там, всякую гадость. Мы, понимаешь, делом занимались. Как же? Размножались. А, да если б не мы, хрен бы вам сейчас не население. Пятером бы аукали сейчас по лесам-то ходили. Если б мы сверхплану не рожали. Скорой помощи не ездили ж тогда. Все сами, сынок. Ой, одна рожат, друга складывают. Пацаны направо, девки налево. На охоту ушел, вернулся, на каждую титьку по пятеро. Я тебе говорю, да на... он вышел просто дров наколоть, вернулся, и шо четыре. Ай, своих зеленки пометишь, чтоб не перепутать. Пасутся вместе со всеми, кто где ночует, не поймешь. Да что ж. Ой, одни пешат, другие прыгают, третьи курить начали. А я же был этот соплеменник, извините меня, непростой. Я же был... Ух ты! Кто он? Это... А, вождь! Вождь! У меня было жен, знаешь, сколько? Миша! Кольца некуда было одевать. 22 кольца, одно без дела в комоде лежало. Да как со всеми в раз? Со всеми в раз всеми отдохнешь? Да как они потом все в раз родят, ужас! В смысле благодать. Че говоришь? Иди сюда, вот в это ухо говори, то есть с тобой как с Налимом каким-то разговариваю, как губы шевелятся, а слыхать никого не слыхать, звука-то нет у тебя. Сюда говори погромче, здесь пуля. В ухе где? Нет, сам запихнул я ее туда. С войны, конечно, она же нержавеющая. Да я, ты вон какой маленький был, когда я уже с финнами воевал. Во Вьетнаме. У меня медалей, знаешь, сколько? Да если все в раз одену, Миша, земля не держит. Только на лыжах. Мы бывало еще, знаешь, брат ты мой, еще этот, как его, Суворов, Михайло Кутузыч. Бывало, с ним встретимся на дискотеке. Он говорит, откуда у вас, товарищ старший гусар, столько медалей? Всем же поровну начисляли. Он за всем следил. Мужик был что? Строгий, но справедливый. Что там? Вот. Ну, что? Ну, иди сюда тогда, вот здесь говори, что ли. В это она больше, в это ухо-то, видишь, какая?
Ты ж маль, а это во. Об лед приморозил, ага. Восьмой месяц не спадает, а пухлый все. Хой. Нет, слышь, одинаково понимают по-разному. Почему пьяный-то сразу? А? Ну, да кто ж тебе зимой на рыбалке пить-то будет? В шапке же сидишь, позовут выпить, не слышно. Че попало прям, как чуть что приморозился, сразу пьяный. Это ж серьезное дело, рыбу-то ловить. Динамитом. Ну, нет, на рыбалке-то выпили, конечно. А мы же не знали, что рыбачить-то будем. Мы же просто костер развели на льду из ящиков погреться, чтоб. Там с одной стороны только на них написано-то. Санька, он первый просчитал, первый убег вон аж куда и оттуда уж кричит. Ложись! Мы легли тут, и я просчитал динамит, хана, стелите гроб, я спать пришел. О, кто играет с динамитом, тот домой придет убитым. Ничего, стихи прут. О, Миша, как я встряну, ты для меня как конь с этими. Че попало, ты говоришь? С крыльями. Ну, конечно, Пегас. Вдохновение какое-то. Ну, у него прям стихи прут. С кем угодно разговариваю, хоть где. Ничего подобного. С тобой стряну. Вот они, стихи. Ты давай записывай за мной тоже. Я же мое дело сочинить, твое дело выучить. Ага, ну и это самое. Не, Миша, значит, я еще Сереге Кривому, он тогда еще прямой был, я ему еще говорю. Говорю, откуда что ли взялось-то? Пустые же ящики были-то, говорю. Это ж, говорю, нас сейчас троих мушкетеров, семерых гномов и сделает. Это ж, говорю, сейчас ледоход пополам с рыбой будет. Это ж, говорю, с каких таких яиц нам такая радость-то вылупилась? И зачем мне только так долго говорил, дурак? Лучше бы на корячках отбег куда их далек. Подальше-то. Ой, как она шваркнула. Как она, Мишечка ты мой, хренанула. Как меня вверх кармашками подбросила. Да сплюшила всего. Чуть форму содержанием не заморала. Да как со сверху обеими полушариями об лед как чвякнулся. Ой, Матерь Божья, на кого похожа я? Губы рваны, нос толченый, брюки нахрен промоченные. Ножки гнуты, жопки пнуты, крылья валенки обуты. На дворе трава, на траве дрова, дровя к бровям драная братва. Ого! Вот это да! О, прет, Миша, ты записывай давай, ты что, такая поэзия пропада. Ну, я тебе говорю, да нет, что ты переживаешь? Сильно не покалечила, так из ненужного поотрывала кое-что. Борода погибла, да, у меня-то, да. Да что, жалко, конечно, ну что ты, такая новая была, в смысле длинная. Ну, длинная, да от отца осталась, а. В смысле, у него такая же была. Ой, что ты? Да я это, я же после этой рыбалки-то в больницу-то и уходил. О! А там доктора все в отпуску. Декабрь картошку копают. Одна медсестра не понимает ни хрена. Она прям мне говорит, не понимаю ни хрена. То ли живой, то ли мертв. Я говорю, тут что, совсем, говорю. Ну, если бы я был мертв, разве бы я тебя шипал? И сам шипаю ее за мясо, ну, чтобы узнать, живой я или нет. Она слышит крик, а там рядышком в соседней палате участковый лежал, голый. Дружили они с организмами. И забегает к мне в палату, и это самое, слышали, как свистнет мне в свисток-то в свой. И я со страху-то, слышали, прям с каталки-то бряк и на весы. Смотрю, 64 кило, а где, говорю, что 22, сволочь? И мне рукоятками, а? Че? Че ты перебиваешь-то? Да
заговори сюда, что ли, обратно в эту уху. Ну, в ней ваты меньше. Ну, что, ты же на зиму окна затыкаешь ватой? А я окна и уши. Чтоб ни в те, ни в другие не дуло. О, чтоб сопливая простуда ни туда и ни оттуда. Надо же, прет и прет. Ладно, ну тебя к черту, пойду я. Некогда мне, ходишь тут, понимаешь, отрываешь, что как дел людей нормальных. И приедете каждый год, и как здоровье, Она у меня не кормленная стоит же. В сарае, кто? Старуха моя кто? Пошла, понимаешь, козе дать и дверь заклинула. И отсюда тянуть, но не могу никак, она оттуда изнутри тоже бьется. Как голубь. Правда, старый. Все крылья себе погнуло там. Я пошел за Серегой, за кузнецом. Открыть ее, чтоб. А ты мне тут заболтал посереть дело. Ходишь, артист, хоть прятайся от тебя. Ля-ля-ля, развел тут, понимаешь, артимонию, балагур. Чтобы время у людей отымать. Слушай, пока моя в запертях, может, порадуемся сегодня? У меня 3-литровая баночка есть. На орешках, на кедровых. Правда, с мышиным пополам. Не будешь? Ну, с другой стороны, правильно, не каждый день нам с тобой с крыльца падать. А с кем упали мы? Не с тобой разве? Ну ты что? Надо что-то делать. Или эту гнать послабже, или крыльцо пониже. Ну, как упаду, Миша, не помню с кем. Все. Прям беда какая. А Серегу сейчас позову, он откроет быстро. Да ну, что то. Ему это 2 пальца об асфальт. Он... Ты у него рубаху видел, какая у него рубаха? Да если ее не застегнуть на твою машину как раз. Он же спортсмен. Одним пальцем на пианине 4 клавиши жмет. Открою, что я вас обалдую. О, а мы с собой не увидимся, наверное, 1/2 года теперь. Да? Год? Ни хрена себе. Я говорю, ни хрена себе грохотает-то она как, слышишь? Скучно ей там, конечно, сказать-то. А скотиница еще. А в чем тебе говорить с козой-то? А в козлах же. О, слышь, потише уже. Уже так, для чувства ритма просто. Жалко, конечно. Но ничего. Сейчас я ей скажу, что тебя встретил. Ох, она рада будет. Ей же еще долго там сидеть. Пока Серегу найду, пока сын потом сарай мой найдем. Он же гостеприимный, Серега-то. Куда денешься? Ни Пита, ни Йодина не отпустит. А ты в следующий раз приедешь, заходи к нам сразу. Заходи, рады будем, может быть. А то ты приезжаешь, слушаешь, кого попал. Тут что попало, про тебя несут, а ты 3 дня целых мучаешься и ходишь тут. Мы же видим с мужиками, что ж ты? Пришел, иди к нам сразу, мы-то тебя любим. Ой, Господи. Мужчинам не говорят такие слова. В общем, мы, как говорится, чтоб ты тоже там про нас не думай. Че? Сынок, не ходи мимо. Не ходи, иди сюда и постой со мной. Постой со мной. Миша, помолчим с тобой. В память обо мне. Вечную твою светлую память, Мишка. Потому что последний раз ты меня сегодня видишь. И слышишь. И обоняшь. Это я от горя так пахну. Потому что ноги Миши с горя не видят, во что наступают. Потому что горе такое состояние, когда
льешь в рот, оно из глаз вытекает. Ой, сынок, не дай бог тебе так. Не думал, не гадал, 100 лет. Ушла она от меня, старушка-то моя. Теперь, наверное, далеко ухромала. На своих троих. Костыль-то от меня сломала, сейчас с палочкой пешкует. Ой, сынок. Она молодая, конечно. После войны родилась. Лет через 5, как победили-то их, этих французов. Она крепкая еще, конечно. Вон ребята-то на газике застряли на грузовике с этой, со свеклой. Она мимо шла, прям палочки уперла свои, хоп, и стронула сразу. Правда, на бок. А темно было, никто не показал, куда толкать. Ну что ты, она, куда мне до ей? Я же с ней, сынок, 41 год прожил. Да она со мной 40. Что-то не пойму, куда она один год-то делала? То ли я в армии был, то ли она в декрете. Она же, Мишка, рубьте в книжку, всех 3 сынов породила мне. Средний-то здесь, ты его знаешь, Толик, он здесь у нас в хозяйстве работает этим семеноводом. Картошку со свеклой случат. Немчурин. Это средний, а правый-то с левым. В Бийск уехали. Ну, эмигранты. Если комфорт им подавай, понимаешь. Чтобы в унитазе теплую воду, чтобы всей семьей, понимаешь, на 7-й этаж в лифчике подниматься. Чтоб куда к чему, чем не прикоснись, и кругом комфорт. Горожаны деревенские ходят у машин, там с-под заду нюхают. Да ну и что, зовут, говорит, приезжай, папа, к нам. Сейчас, я лучше каждый день 5 километров на лыжах за водой буду ходить. Все лето. Чем ихним хренолом изнутри прыщами покрываться. У них же не вода, а химикал сплошной. И один атом воды 2 килограмма грязи. Вот Наташка Сусеткина, она вон этой врачице-то говорит, неделю всего в городу пожила. Все, сейчас спираль в накипи. Хоть выбрасывай чайник. Новый еще, Тефал, ты думаешь о нас. Эти с Новосибирского академгородку, говорит, они у них, говорит, это жидкость на выходе в 3 раза чище, чем на входе. Что за жизнь? Это моя тоже. Поехали к сынам в городу жить. Поехали там в парке на лавочке гулять будем. Голубей кормить. И птиц. А ну их к чёмору никуда не поеду. А теперь вот ушла, сынок, один, как моль в рукаве. Хоть захлопайся крыльями, не слыхать никому. Ушла, курей бросила, свиней бросила. Их-то зачем? Ладно, я у ней нехороший, понимаешь, эту папиросу в комод сранил. Я у ней грамоты за 200 лет службы. Саму старую, как назло, подпалил. Не тот царя, не тот фараону. Ладно, я плохой там, знаешь, это, на подол наступил я. Когда платье примеряла. Новое. Угу. Лет 30, как сундука не доставала. Разрядилась, какие-то сапоги на колбуках, шуба на застежках. Эти, понимаешь, юбка теплая, хоть на чайник сажай. Буфту напялила. Угу.
чтобы уши не мерзли. Август месяц, 30 жары, к суседу собрались на день рождения. Мокрая пошла. И что, говорит, это? Глянь, я, говорит, на царскую королевну похожа ли, что придобавить? Похожа, говорю, свинья на ежа. У них-то, говорю, на пальцах крупный бриллиант, у тебя мелкие бородавки. Да где, нету ни одной. Я говорю, примеру говорю тебе. Сразу на пальцы свои гляди. В зеркало-то глянь, говорю, у тебя же на лице написано там все. Ты же не царского древа произошла, местных лопухов вышла. Даже на лице написано на лбу. Луковой губернии Шишкиного хутору, младшего унтербаба. А у тебя ничего не написано, потому что писать не на чем. Поругались, конечно, немножечко с ней. Она подолгу наступил, когда мириться шел. И теперь вот ушла, один как палец в носу. А я же недели, сынок, без ее не протяну. Я же без ее, как без пороха, ружье. Даже холостым молоко не выпылю. Да ты-то не уходи, хоть не бросай меня одного. Но я тебя недолго задержу, сынок. Скоро помру. Покурю только. Хоть бы она хоть бы пришла бы руки хоть мне сложить. Хоть бы она бы хоть бы мы... Я... Ты... Чё? Здесь... Ух ты! О, а я тебя что-то не углядел. Смотрю, сумка идет, смотрю, наша. Ты на станцию сходила? Что, не взяли посылку? Да ты чё? Это молодая почтарица, Миша. Второй день балета, моя старушка из-под сумки не видать туда, эту стометровку бегать и бегать. И все каждым разом все быстрее и быстрее. О, я Миша, говорит, хочу тетю Иру повидать. Я говорю, да иди домой, ладно. Нет, говорит, хочу повидать, и все. Подарок тебе привез. Устный. Я стою, думаю, господи, не подалась ни в Москву на ВДНХ серп держать. Она, сынок, у меня рекордных степеней женщина. Самая моя единственная надежность судьбы. Как уходит со двора, я не знаю, что без ее делать. И только про ее и думаю, и думаю. И говорю только про ее, и только хорошее, только хорошее. Ты скажи, это уже не поверит, что эти 15 минут зря что-то рассказывали. Небо синее до самой до окраины, где зима, весна и осень, лето нет. Если льется кровь, то наши дети крайние. Так уж и водится в России много лет. Белым саваном лежат снега бескрайние. А в доме радость не увидишь и во сне. Брат живой вернулся, не беда, что раненый. А если так Господь поправится к весне? Братан поправится, с бедою справится. Нам, Ванькам, Станькам, горе не беда. Бог даст и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Бог даст и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Терпим в жизни все мы, Ваньки, встаньте русские. А на свою судьбу пенять великий грех. Там, где счастье, там всегда ворота узкие. И не хватает счастья, видимо, на всех.
Небо синее лежит под белым саваном, а в основании триколор наша кровь. Враг пришел домой живой, и это главное, а поставит его на ноги любовь. Братан поправится, с бедою справится, нам Ванька встань, ко горе не беда. Бог даст и к нам потом вернется счастье в дом и не погибнет больше никогда. Бог даст и к нам потом вернется счастье в дом и не погибнет больше никогда. Счастье в дом и не погибнет больше никогда. Бог даст и к нам потом вернется счастье в дом и не погибнет больше никогда. В печке сидим, там окно, койка, значит, здесь в печке сидим. Дед, давай, это, хватит заводскую-то, давай моей наливай. Да ну, баловство какое. Давай. Да не бойся, хоть человеком себя почувствуешь. Ну, Егоровна, слышь, Мишка-то после десятой живой. Правда, что-то у нее загадочность в глазах какая-то. Жизни меньше. Давай, во, молодец. Вот я тебе про что говорил, говорю, если ты в лес соберешься, не вздумай, сынок. Без меня я даже сразу меня в известность поставлю. Егоровна, я говорю, если Мишка в лес соберется без меня здесь, то ему сразу шлагбаум рисуй. Почему? Потому что сгинешь ты в этом лесе, как сопля в фартуке. Вот, ни рожек, ни ножек, ни спины, ни желчного пузыря не найдут. Ты что думаешь, лес, главное, тот же, думаешь, ты уехал, приехал, а лес тот же. У него тоже своя жизнь. Ну что ты? О, третий день сидим, уже обо всем выпили. Давай вот тема-то хорошая, давай за тот, который был за лес-то. О, точно, надо же, тема какая хорошая. Сколько там еще деревьев, о. Ну, как? О, ты давай закусывай, на меня-то не равняйся. Молодой еще. Закусывай, тут подохнешь, похоронить некому, все на танцах. Я шучу, шучу. Похороним, конечно, что там. Не ты первый в гости зашел. Это я для крепости туда самосад кладу, сынок. Ну, от всего помогать. Даже от таракана. Ага, стакана два выпиваю, слышишь? Ни одного. То ли у меня со зрением что, то ли они запах не выносят. Хотя мой по сравнению с отцовым компот. Отец-то покойничек его на старых портянках настаивал. Так они бывало как с председателем хлебнут, да как чесноком закусят, в районе химическую тревогу гудят. Неделями народ в противогазах ходил. Ветру-то не было, лес-то был густой. Да что ты? Вот. А это что, только отцов запивать. 62 градуса, что там пить?
Вот, а ты, я тебе рассказываю. Мы с Егором не пошли тогда, понимаешь? Ну, за грибами, это, ягоды там, кислицы там на зиму, шишек набить опять же. Ну, в смысле, на орехи. Ну, идем с Егоровной, то она осторожно идет, спереди мы. А старой дорогой боимся, не пошли, потому что там же эти липуты. Ой, господи, липуты, говорю. На тарелках-то этих летают. Планетяне! Планетяне! Они тут... Ты не слыхал? Слышь, Егор, а я с ним, значит, на как с ровней разговариваю, а он не знает, что такое. Тут... Да их тут прудом пруди. Да почему мы один чеснок-то третий день едим без хлеба? Я же в магазин боюсь сходить, они через дорогу, сынок, прям туда-сюда. Я, правда, ни разу не видал. А в конце месяца мужики многие видят их. Ты у Лейкина, у Лёшки спроси, вот он тебе и расскажет про них. Он с ними дрался. Да, он, что, ну, с ним поговоришь, что я. Ну, вышел он, говорит, а накануне-то он нагляделся, все, он интересуется этим. Да на, это, на, начитался, это все, да на свежую дури, что пиво добавил. А выходит, а они на, прям с просеки навстречу летят к нему. Тарелки. Да, он прям еще говорит, так хотелось и с семья пообщаться. И сразу эти все 10 сосисков своих из карманов достал. А, и давай имя, это самое, руководить, мол, не бойтесь, приземляйтесь, ментов тут нету. Мы, говорит, их дустом, дурак, шутник. Дурак! Они сяли, из тарелки вылетели, мигалку выключили, фуражки сняли, хандихох, руки шире плеч, ноги на капот. И с шупальцами так отходили его. Он домой спиной вперед шел, чтобы не напужать ребятешек. Ну, синяк поставили, сынок. Не может человек такой и сделать. Только планетян. Треугольный, да ровный, как в магазине, уплочен. Он тебе расскажет. Слышь, Егоровна, да тут нам принеси самых рыжиков, что ли, с погреба. Ну, чё ж мы один чеснок едим? Ну? Миша, он грустить уже начал. Каких, каких рыжих, каких? Она все спрашивает, каких. Слышь, не белых же. Белые же баловство это с города возят в коробку какой-то в сельпотницу. На жоках. Жапиньоны, что ли? Что попало, как это не грибы? А мы с тобой, я тебе почему рассказываю. Как-то ты рассуждаешь, интересно. Ага, зачем в лес? Как зачем в лес? Нет, я на фотокарточку твою всю зиму буду глядеть. Мне же чем-то питаться надо. А грибы, значит, ягоды. И еще скажи, не рыбачь, не ходи на речку. Умник. Буду фотокарточку твою глядеть. Обсытился прям. Ну? Сказать нечего, сидишь? Ты приехал в гости, я тебе грибам не угостил. Все, дрянь ты, а не артист. Шутю я. Шутю, ладно уж, обиделся сразу. Вот, давай за твою профессию выпьем, чтоб не обижался. Давай, давай, ладно. Ты что ты, глупый, что ли? Ну, ноль это с горкой, самодельной горькой. Кто не курит и не пьет, того плитка током бьет. О, чтоб буй стоял и лодки плыли. Ты смотри, это, если падать надумаешь, ты медленнее падай, Миша. То ты здоровый лицом, стол проломишь. А не можешь, скажи, не обижусь. Сказать не можешь, кивни чем-нибудь. Пойму. Вот и пошли мы все, я тебе говорю. А старые не пошли дорогой, а пошли вдоль насыпи, наискось поперек шпалов, рядом с рельсами. Пошли, значит, ну, с левой руки по обе стороны направо будет, если от деревни глядеть. И вот она шла впереди, старушка, говорит, мать, ты знаешь, вот не поверишь, вот так идет. Ну, я-то сзади там подбираю, что уронить-то.
Я в тот день не моргал ни разу. И все равно не углядел. Вот нашла прям. И нету ее ни грамма. Старушки моей. В эту, в берлогу снизошла. И слушай сразу, ор такой дикий прям. И два выстрела подряд. Бабам, бабам. Я сначала думал, я. Потом думаю, да ружья же не брал я с собой. Не могу же это громко, на два раза меня не хватит. Думаю, неужели медведя уже стали сидеть в берлогу с ружьями? А это не медведь, вовсе гляжу, они выходят друг за дружкой. Моя-то лапками кверху. Дурак один приехал, думал, медведи, значит, днем подрабатывают в зоопарках, а ночевать в берлогу ходят. И засаду ему устроил, дурак, и заснул, а моя старушка на храпелку ему брякнулась. Ой, да хорошо же, что он ее сам не попал-то, не убил-то нисколько, ни разу. Ой, я сейчас... Миша! Миш! Я кому рассказывал? Слышь, запас ушел. Я... Ты... Я смотрю, ночевать у меня остаешься. Егоровна, постели ему на моей койке эту перину положи. Перину, конечно, гость, ты что? Подушку пуховую новую положи. Видишь, человек с дороги устал шибко. Вольным воздухом обдышался. А ты спи. Спи, иди отсюда. Вот сюда, сеньки, иди. Вот здесь, сеньки, ложись. Завтра утром проснешься. На озеро с тобой сходим. Если прям завтра проснешься. Ну все, Егоровна. Души свет. В каменный город ветер принес горькой полыни дыханье, и так волнует душу до слез давнее воспоминание. Словно я падаю руки в разброс, травы, дожди, волю и метель, ветром с полей, шумом берез, душу мою исцелите. Ветром с полей, шумом берез, душу мою исцелите. Там, среди русских полей, дышится сердцу вольней. Там я душою воскрес под сводом чистых небес. Мама, отец и родня там окрестили меня. Даже молитва слышней там, среди русских полей. А у часовенки, где холодок, тлеет один огонечек. Павшим за веру кладу я цветок, скромный мой алый цветочек. Все здесь мне свято до боли, до слез, травы, дожди, волю и метель. Ветром с полей, шумом берез, душу мою исцелите. Ветром с полей, шумом берез, душу мою исцелите. Там, среди русских полей, дышится сердцу вольней. Там я душою воскрес под сводом чистых небес. Мама,
мама, отец и родня. Там окрестили меня, даже молитва слышней. Там среди русских полей. Мне свято до боли, до слез, травы, дожди, волю и метель. Ветром с полей, шумом берез, душу мою исцелите. Ветром с полей, шумом берез, душу мою исцелите. Там, среди русских полей, дышится сердцу вольне, там я душою воскрес, под сводом чистых небес. Мама, отец и родня, там окрестили меня, даже молитва слышней, там среди русских полей. Даже молитва слышней, там среди русских полей. Спасибо! Ну и вот я лежу, значит, это там на кровати, значит, у окна, а он здесь возле печки лежит такой и мне помогает заснуть такой, убаюкивает так. Я свой выключил. Встанем, Миша. Встанем. Лодку возьмем, мотор поставим. Червей накопаем. Хорошо. А я говорю, хорошо, что мы их, а не они нас. Ой, слава Богу, день хороший был сегодня. Молодец, что позавчера зашел. Вот так бы мне ни грамма не налили бы, да что. Ой, смотри-ка, прям как ляху, так все прям гудит, вся тело, вся тело. Вчера-то об эту пору не спал я еще. Еще возился с ней. С ней заснешь. Ой, титьки-то вон какие, огроменные, все и поспишь, как же. Прям не знал, что делать с ней. И так, и эдак, не дает, и все. Молока корова-то моя. Титьки опухли, мычит, не доится. То ли съела что, то ли выпила с кем. Завтра к Вентинару свожу, может, отремонтируем. Ах, кишки завтра за нос давать. Это же надо, прям, сынок, правда, отложусь, ты знаешь. Ноги, как столбы телеграфные. Гудят, гудят. Тоже на охоту тот раз пошел, гляжу на столбе орел. Как я с двух стволов шарахнул бы.
когти в одну сторону, пассатижи в другую. А не местный был, кто с района приезжал, что-то. Орел проверял что-то. Хорошо не попал. Ох, как лягу, слушай, прямо не знаю. Вот лезут в башку эти перья из подушки. Ну, как будто не пером набито, а курями прям. Тебе-то хорошую дали подушку, пуховую. Но ее не заметишь, как уснешь. Эта подушка-то важная для торжественных случаев. Куму неделю назад хоронили, под голову ему клали. Че соскочил, пить захотел? Ну, в ведерке-то зачерпни ковшиком, попей. Хорошая вода, студеная, прям, и зубы ломит. Обои. Хотя, знаешь, у тебя там кто-то на подушке вышиты-то. Цветки? Ну тогда это не та. У того были эти пчелки. Или мухи, или не знаю. Много там вокруг его летало всякого. 3 дня стоял, жара такая. Спи, сынок, спи. Отдыхай. Ой, Миша, не дай бог ты позже меня заснешь. Не заснешь тогда нисколько. А старуха моя 18-й год у соседей ночует. Клапана какие-то у меня западают. Или поршня истерлись. Ой, сам себя боюсь. Это ты что, слушай, как... О, и что делать опять? И что, в носу теперь? И ведь свербит, и свербит. Ой, слышь, спи, Миша! Спи! Ух ты! Ничего себе! Порошок какой! Ой, сколь время прошло, все еще отдает и отдает в носу. Ой, хороший, свежий, прям ребята с города привезли тогда. О, кокаин. Какая интересная штука, говорю, получилась. Постираться задумал тогда я. На полку полез за этим порошком и прям полпашки на себя-то просыпал. Господи, побежал это, слышь, спи. Побежал это, умылся, глядь, родимого пятна нету. Вот такой тебе хрен брюле. То ли порошок с отбеливателем, то ли пятно неродимо было. Главное, лицо помыл, на коленки сошло. Чудеса. Спи давай. Ну тебя, то так не посплишь с тобой. Накосил-то много. Там у нас трава высокая, сочная. Там у нас тихо, прохладно, темно. На кладбище-то. Да. Зря я, наверное, вылез.
Я говорю, зря. Наверное, из колхоза-то вышел я. Может, сейчас не косил бы. Может, должность какую руководящую имел. Мне дальше цыганка давно еще в городе брякнула. Говорит, будешь ты высокоруководящая птица, председатель. Угу. Дятел, дятел. Это по-цыгански начальник большой. Угу. Да ну, какой с меня начальник, воровать не умею ничего. Потом все поделили. Господи, что, в очереди опять стоят. Армию и то в горстях вынесли. Всю армию. Ой, думать надо же хоть маленечко. Уважать-то себя. Что творят? Японцы, китайцы сейчас придут. Все, урожай убирать некому. Китайцы придут вот так к нам. В избу. Они нам тук-тук. А мы им ту-ту. Уехали на рыбалку. Втроем. Ты, я. И рыба. Миша, клюет, давай тяни, шип, давай, ну, греби веслами, где весла, нету, мотором давай греби, ну, давай, опа, скуда ушла, апчхи! Ой, господи, что, это ж надо, не приснилось, что будто мы с тобой русалку ловили. На мотыля. Ой, здоровая попалась, а какая-то прямо на это племенная какая-то, правда. И как хвостом-то дашь в лоб тебе. И сорвалась с меня. А потом как-то поплыли с тобой. Сначала вроде как на лодке, а потом как-то на тебе. Ага, у тебя перепонки как-то большие такие меж пальцев. Прям гребешь так, как мотовилы, часто. И прям, ну, скоро сейчас ты что, аж эту самую бескозырку сдувать с меня. Аж парки заду смыло с тебя. А я еще скажи, хорошо, плывем, Мишка, быстро, а ты возьми рот и раскрой, мол, ага. И пол реки заглянул Титаник, блин. Ну, и ко дну, пожалуйста. Я-то с тебя соскочил на берег, а ты нет. Пошел ко дну, главное. И что ты самый улыбаешься мне, как ты эти пузыри пускаешь. И этими перепонками на прощание мне махаешь. Их те яндеры. Не поймешь, то ли утонул, то ли со своими остался. Хрен тебе завтра не лодку, пешком пойдем. А то в последнее время что не приснилось, все позбылось. О, Егоровна тогда тоже колечко сранила свое, колодец-то. А мне аккурат приснилось, подхожу к колодцу, хочу воды взять, а мне оттуда 400 рублей литр. Да ну, прям цены дурацкие какие-то. Ага, неделю назад мы с тобой лесом как будто идем, а этих комаров полно. Ой, и они прям, я-то их все, как все нормальные люди, бью на себе, бью прямо это. А ты, Семен, наоборот, как-то гули-гули-гули-гули. Значит, завтра буду рыбу ловить, я. А ты, наоборот, кормить. Ты ж какого года? 57-95? Ну, спи тогда спокойно. Ага, это тебе не в городе под уличную стрельбу шары пучить. Тут тебе и тихота, и природа, бандитов-то не бывает.
почти. А Пашка сосед, кстати, не бандит, так дурак просто. Да ну, вчера, говорит, вечером-то мне перед сном, говорит, ночью в окошко кирпич жди, я на тебя в обиде, если со мной не выпьешь. Ну что, ему Чинганчук с утра на всей скорости, стоя на мотоцикле, из горла без закуски муравьиный спирт пить. В район с ним поехали, он за водкой, я сзади. И что, дорога такая плоха, говорю, как бы колесо не грохнулось. С тобой за что не возьмись, а все уронишь. Я на тебя в ужасной обиде, ночью кирпич в окошку жди. Спи, не дергайся, что ты, койка старая. Башку только сунь под подушку, мало ли. Кирпич все-таки. Я чего у печки-то лег? Стекло-то я себе вставлю, а глаза тебе. Не дергайся, говорю, койка старая. Рухнешь и все, улетишь туда в подпол. Прямо к им, к мумиям. А мумии у меня там штук 40. Кот мышей не жрет. Подполи складат. А когда кто из гостей заночует, одну-две на подушку приносит, ложит. Подарок. Ложит и ложит, ложит и ложит. Когда мышей, когда просто ложит. Так что, если ты у меня в гостях, ты выспись сначала как следует, а потом мы с тобой такие каникулы оттопырим до самых лысых волос. Помни. Звенели часики, 7 утра уже. Суетятся частники в автомандраже. Где-то крутят музыку громкую не в мочь. Кто-то дурью мучится, знать не спал всю ночь. Некогда жить, некогда любить, некогда залетное счастье целовить. Некогда, некогда память ворошить. Помирать нам некогда, значит, надо жить. Рад я делу всякому, что еще могу. И слегка позавтракав, утречка бегу. Действуюсь в день наполненный разной суетой. Что-то вновь напомнил он мне про нас с тобой. Некогда жить, некогда любить, некогда залетное счастье целовить. Некогда, некогда память ворошить. Помирать нам некогда, значит, надо жить. На-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. А люди, человечки, что-то ищут вновь. А я ж тебя за плечики обниму, любовь. Сможет души сотканы для любви тепла. Ведь добро-то все-таки долговечней зла. Некогда жить, некогда любить, некогда залетное счастье целовить. Некогда, некогда память ворошить. Помирать нам некогда, значит, надо жить. На-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Некогда, некогда память ворошить. Помирать нам некогда, значит, надо жить. Oh,
Спасибо!